как у меня было. Десерт черное золото. Знаете? Да. Это интересно. Знаете почему? Потому что все знают, что это будет за десерт. Это кофе. Это кофе. Кофе. Бразильский. Это кофе, но сделан очень красиво. Интересно. Что, чем Россия ценится у нас? Ну, помимо. Кофе? Кофейными плантациями. Нет, а вот серьезно, если. Ну, типа, Россия, что там вот есть? Нефть, что есть? Груза. Лес, газ. И? Тормоз. Плохие дороги. Хорошо. А помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Поклажанные тракты? Там была икра черная, да? Да, и заморская была. Да, икра черная. Вот черной икры, можно так сказать, будет десерт. Всеми знаком. Всеми знаком этот десерт. Все его много раз ели. Особенно в Малайзии был популярный лет 10 назад. Да, это был тирамису. Тирамису, да, какого-то сока. Любимая, у меня, кстати, много. Нет, ну, без слов тогда. Без слов.
Без разницы, абсолютно. Спасибо большое, Фаня. Особенно, если это что-то популярное, шутка. Мне очень нравится. Обычно приходится слушать шансон, потому что ребята его слушают. Блюдо очень красивое, очень богатое. Некоторые традиции кушают под руками, но... С удовольствием. Повторюсь, здесь история не только врачка. Ну, это главный герой, конечно, фельдшерский врачок, но еще сочетание вешенки с тропаном. Это супер-пупер сочетание. Супер-пупер сочетание, вешенка и тропан друга. Да? Вот попробуйте. Все, можно ли? Это все? Нет, ну он маленький. Сварение. Которая на походе на поган. Как минимум очень красиво. Это прям очень красиво. А второе, чтобы очень сыто. Да такой? Да. Как нам тяжело жить? Thank you.
Как вам блюдо? Очень вкусно. Очень вкусно, да? Да. Рыба, да. Все молча. А подметки? Да. Вот идут руки. Вы правильно подметили. Да, 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 руки, потому что... Именно руки. Руками вкуснее. Ну, как бы говорят, что рыбу можно руками, это да. Цинамидия, ну, для визуального. Пеленгаз очень. Что-то думать. Надо что-то думать. Энергетика. Меню добавлять отдельно. Пусть там все не работает. Или хотя бы на этот еда-вода. Вот, на перспективу. Еда-вода, я думал, там как раз коробочек не падает. Мы уже спускаем. Да. Скоро лето, скоро будет. Но. В этом году будет интересно. Да. В следующем. В следующем даже. А в этом уже хватит. Да, вот так это куда-то распрощаться. Вы пока не наслаждаетесь блюдом, мы будем собирать десерт. Что у нас есть? Какие баночки надо есть по консерву? Мы будем готовить карамельсо. Карамельсо? Есть русское золото. Это наша кастрюлька. Это наша кастрюлька с черной икрой. Ну и кусочек золота. Немножко поиграешь в молекулярной кухне, сделали икру из кофе. Сделали икру из кофе, и она в сочетании с кремом из маскарпоне и мейлисом эспрессо будет просто заходить на ура. Один в один рецепт, делали нежный крем в маскарпоне на основе, вернее, на основе маскарпоне. Также мы печем салаярди. Палочки. Но делаем не палочки, а хрустящие печенье. Готовите, да? Быстро получается, без проблем. Самая фишка в чем? В вкусной заправке. Чем заправить? Бейлис. Кофе или чистый бейлис? Или кофе? Кофе с бейлисом. Как готовить-то, расскажите. Что мы сделали? Мы взбили отдельно желтки, отдельно белки. Желтки взбили с сыром маскарпоне. Потом эти все две массы соединили. То есть по сахару вам скажу, ну, допустим. Да, ну, от яиц зависит. Ну и потом грамм сахара. И соединили, ну как бы вообще самый простой крем, который существует. Хрустящий, мы его стекли, вырезали и высушили, чтобы он впитал в себя вкус кофе. Кладем на крем и
ощущение обильное. Без стресса и пресса. 100% стресса, то есть тут без добавления ЧПК. Стресса и пресса. Да. 200 грамм. Да, за 200 грамм эспрессо 70 грамм бейлс. И обильно, не жалею. У нас времени нет, чтобы оно настаивало. А это мы сделаем сразу и после. Вторым слоем накрываем. Вторым слоем перемываем. Вторым слоем перемываем. Накрываем. В принципе, наш десерт готов был бы, если бы мы не использовали. Thank you.
отдельно посыпаем какао. И затем я выложу ваш русское золото. Девичью компанию посидеть, поговорить, да, вот, либо банкет, да, молоко любимой женщины, либо молоко Богоматери называется, да, ароматное и очень-очень легкое, по себе знаю, что пьется легко. Сергей, очень вкусный коктейль из морепродуктов, вот особенно этот соус, про который вы так говорили. Да, да, вот именно с креветками этими. А пеленгас получился, ну, на мой вкус, мне кажется, вот он на камбалу похож, на калкан, вот, ну, по вкусу. А рапан вот по вкусу похож на мидию. Вот, он такой нежный, как мидия. Мне, ну, почему-то такие впечатления об этом блюде. Хорошо, что да, 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 вот он такой вот прям. Не знаю, может, это только мне так показалось. Что мы взяли? Мы сделали классический тирамису, в принципе, ну, я понимаю, мы приготовили крем, бисквит, что ли, печенье савоярди, пропитали его Бейлисом и кофе, посыпали какао, ну, да, это растворимый шоколад, значит, вот, мне нравится больше, чем какао, и засыпаем икрой из кофе. Да, по-моему, это не будет. Можно же сделать пробочку и передать.